самом ужасном доме. Труп не нашли. Беспокоятся мусорники. Это полная жопа. Здорово, народ! И вы на канале Visit and Food. И с вами Дима. И Елена. И сегодня мы решились на честный обзор в самом ужасном доме на Booking.com, который находится в Латгалии, в 320 километрах от Риги и 28 километрах от Резекне. И оценка этого дома 1 балл из 10 возможных. А за сутки вы отдадите всего лишь 10 евро. Заваривайте себе чаек, подготавливайте легкий перекус. Ну а мы погнали! Звонка что-то не слышно. Но такие приколы бывают. Давай позвоним хозяйке. Да, давай. Очень интересно. Но, ребята, в любом случае, чтобы вы не сомневались в том, что мы действительно сделали здесь резервацию, сейчас на экране вы увидите подтверждение бронирования от букинга. И мы сейчас же отправим сообщение букингу, а пока ждем ответа, давайте сделаем небольшой осмотр территории и домика снаружи. Это будет в любом случае интересно. Итак, о территории. Она здесь громадная, и в то же время ее тут нет. Все очень заросшее, и сквозь эти заросли никуда не пройти. А в паре метров от дома располагается пруд, но в нем купаться опасно для жизни. Да и вовсе к нему не подобраться. И он располагается прямо за мной. Ну а если вы проголодались, то по всей территории растут яблони, за которыми никто не следит. А вокруг дома валяются куча гнилых яблочек. Здесь же располагается дом и сарай, который выглядит очень старо и находится в очень плачевном состоянии. Оба здания построены из дерева. Сам дом одноэтажный и покрашен в разные цвета, а местами краска отсутствует вовсе. Мы нашли одну открытую дверь, и давайте посмотрим, что там внутри. Ого. Ну хорошо, хоть труп не нашли. Однако здесь есть спутниковые тарелки, но мы сомневаемся, что здесь есть телевизор, как и электричество. А сарай выглядит еще хуже, чем дом, но зато не стоит беспокоиться о мусорнике. Взгляните сами. Итак, мы так и не смогли попасть внутрь, и поэтому решили уехать. И подведем коротко итоги. А итог здесь только один. Это полная жопа. И судя по фотографиям с Booking.com, внутри он выглядит ничуть не лучше, чем снаружи. Ну а ссылочку на бронирование к этому ужасному дому мы оставим внизу в описании к видео. Подписываемся на канал, поддерживаем нас лайками, пишем комментарии. Кушайте вкусно, отдыхайте в правильных местах
и берегите себя. И до скорой встречи.